задумали развестись. Возможно, совсем скоро это будет не так-то просто сделать. Ну, если, конечно, проводить всю процедуру по закону, а не просто разъехаться и забыть про штамп в паспорте. Российские сенаторы поддержали идею усложнить процедуру расторжения брака. Для начала супругам дадут побольше времени, чтобы одуматься. Поправки в семейный кодекс разработали депутаты из Татарстана. Например, они предлагают на официальное оформление развода отводить не месяц, как было раньше, а целых 3. За такое время, пожалуй, правда, можно передумать. Причем суд несколько раз попробует примирить супругов, если у них есть несовершеннолетние дети или кто-то из семейной пары, ну, скажем так, не готов к расставанию. Первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина уже заявила, что нормы помогут супругам не разрушить семью из-за спешки. При этом, конечно, в законопроекте не идет речь о запрете разводов. Идею теперь рассмотрят депутаты Госдумы, а некоторые общественники ее уже одобрили. Это предложение каждого закона для нас, конечно, это шанс. Шанс для того, чтобы дать не просто вот выжидать семейной паре, а шанс, чтобы дать тем людям, которые все-таки терпят кризис в отношениях, чтобы с ними начали работать специалисты. Специалисты, которые действительно будут в них видеть людей, которые все-таки должны сохранить обет.